Нет! Пожалуйста, не надо! Ну, пожалуйста! Моя машина полетела вниз. Видите, как эпично? Еще один! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фисташка, Серега, Абгай, Мистер Пропер, Стаканчик, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны и девчонки, скажите классные слова. Всем привет! Если педику, кушайте, приятного аппетита, а у нас арена смерти, скинь или выживи. Поехали! Все стоят, а я буду уже тут шлифовать, жучка крутить. Так, кстати, хочу сказать, что машины эти ломаются. Так что кто сломается, тот не играет. Да-да-да, если ты не обездвижен, то все. А кто будет, Серега, обездвижен, мы его будем скидывать. Да. Так-так-так, надо быть очень внимательным. О, я вижу, там кто-то завис. Давайте будем помогать Сережке. Серега, у тебя полосатая машина, это да? Не я. Нет. А ты? У меня фиолетовая. Давай-давай-давай-давай, помогайте, толкайте с шифтом. Прожимайте shift. Да, надо отъехать, сейчас меня скинут. Сейчас меня еще скинут. Газуй, газуй. Меня не скинут. Сережка. Кстати, вот смотри, синий повис. Давайте его скинем. Все, прощай. Один улетел. Дальше. Нет. Я выживу. Ну давай, кто? А потом тебя скинут. Давай, кто меня скинет? Опа, мимо. О, блин! Я же говорил. Так, Серега, я к тебе сажусь. Давай, Сережка, я рядом с тобой. Покажи, какой ты гонщик. Давай. Папайрус и... Фредди, где вы еще видите такой тандем? Только в Гаррис Моде. Мне не дают двигать. Давай. С шифтом прожимай шифт. Я прожимаю. Давай, толкай. Кстати, следующую арену мы возьмем там, где не будет заборов, будет просто плоская карта. И там уже, конечно, будет поярче. Димас, они, мне кажется, сами себя друг другу поубивают. О, короче, если будете долго ездить, приедет босс танк и будет вас всех раскидывать. Да. Если будет затяни, без стреляния, это будет очень жестко. 96, алло! А, жизни же тратится, да? Так, грузовик. Грузовик-убийца едет. Бегаем. Вот, приехал. Будет раскидывать во всех. Это знаете, когда есть... Давайте грузовика скинем. Помнишь, Серега, есть битва роботов, а потом приезжает босс и начинает там кошмарить всех? Так и я. Да. Вот, белый запорожец попался. Ну что, щенок? Меня скинули. Давай, скинули, Сережка? Да. Ну давай. Я сейчас тебе этого челика еще скину. Ох ты жопа! Ты что, жопа? О, повис! Прощай! О, поймал еще одного! Тащим его на выход! Давай! О, отлично, получается! Эй, не помогай ему! Я хочу этого чилипиздрика скинуть! Так, зеленый запорожец! Какой красный вообще-то? А, у меня он зеленый. А, красный, да, а в какой-то цвет. Увидишь на ролике, он то зеленый, то красный. Прощай. Еще белый. Получается, приехал КамАЗ и всех раскомарил. Раскумарил. Так, а где Сережка? Я упал уже. Я же упал. Я понял. Я тоже упал. Ну, надо добить всех. Сейчас мы возьмем карту, где будет плоская. Там будет, конечно, пожестче. Давай. Есть. Прощай. А теперь белый пошел у нас в ход. Давай, иди сюда, щенок. Я тебя поймаю. Ого, он быстрый. Неужели это запорожец так быстро ездит? Эй, попадись мне в бочину, тебя сейчас протараню. Так, ребята, надо быть очень хитрым и умным. Я знаю, как его поймать. Сейчас. Серега, бери КамАЗ, давай его вдвоем скинем. Сейчас. А что ты хотел? Ты один остался. Получается, вот этот чувак, кто на белом запорожце, лучший игрок на данный момент. Реально красавчик. Смог. Только я его не могу поймать. Моё. Не могу. Сейчас. Слышь? Ты! Чилипиздрик с большой дороги. Может сделать потом битву по парам и между собой веревки скрепить. Если один падает, то и напарника тащит. Такое что-то эпичное придумал. Мне кажется, будет прикольно. Есть! Так, ну что, следующая битва у нас будет происходить на этаж выше. Ого, звук, слышите? Мощь, чувствуется мощь. 3, 2, 1, битва началась. Останется сильнейший.
Бля, стен нет, уже будет там... Ого, вы-то ранитесь. Тихо, надо по центру держаться, ближе к центру. Ого, у нас битва. Это, знаете, напоминает дерби какое-то. Я Димаса скину. Эй, нельзя. Кстати, хочу, Серега, сказать, что эти машины разрушаются. Может, колесо отвалится. Газуй, нет. Давайте поможем. Я вижу. Ух ты! Смотри, всю охоту мне сбил. Ставьте лайк, лосик. Подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. Ну что, кто-то упал? А, я упал. Я скинул челика и сам упал. Нет. Чувак, ты думаешь, ты меня так скинешь? Я дам газу вперед и все. Пожалуйста, не надо! Ну пожалуйста! Моя машина полетела вниз. Видите, как эпично? Еще один! Давайте двое, давайте не будем мешать, чисто вдвоем. Ну что ж, осталось два лучших игрока. Наконец-то выясним, кто же лучше. Кто стал фисташкой, кто еще? Да, еще... Да, хоть не знаю. И кто-то еще. Я к фисташке сяду. Ну что, погоняем. Можно на Alt-E сесть еще в багажник. Давай, садись, присаживайся в багажник. Подвиньтесь. Ого. Не, давайте пока не будем мешать, пусть выяснят. Фисташка, давай, я болею за тебя. Я хочу, чтобы ты реально затащила. Но если машина у тебя развалится, это будет печально. Не давай себя ударять, это тоже важно. У тебя может колесо рассыпать. О, давай с шифтом. Ну, блин. Почти. Я болею за тебя, реально. Я так хочу, чтобы ты его скинула. Я могу перевернуть, слушай. Ну, потом можно сделать вообще. Один будет на машине, а все остальные игроки. Один на машине должен всех задавить. Это возможно будет, Серега? Можно, что трудно. Давай, фисташечка. У тебя же движок дымит, я насколько вижу. А, да ты просто пробуксовываешь. Ну, да, мощь чувствуется в этой машине. Несли. Так, если вы сейчас ни друг друга не будете скидывать, придет танк-убийца и вам поможет. Давай, скидывай! Я выйду с машины, ну у тебя нафиг. Получается у нас что? Ничья. А теперь мы берем машины, которые вы хотите лично сами. Вот это мощь! Ого, у меня дебелая машина. Я, кстати, думал, она будет послабее. Она прям реально тащит. Так, первый ушел. Давай, прощай. Еще один ушел. Так, давай с шифтом. Эй, вы что, на броневиках решили меня скинуть? Я эту броневик. Смотри, я пробел нажимаю, и машина с места даже не двигается. Офигеть. О, Сережечка, я тебя зацепил. Ну. Да отвали ты, вонючий броневик. Меня же сейчас кто-то подо мной. Эй, Сережка, я тебя должен скинуть. Да. Давай, отлично. Помогай, броневик. Не получится. Давай. Не, меня не надо. Моя машина улетела. Смотрите, как прикольно. Летит и стреляет. Еще один броневик. Опа, смотрите, как несправедливо. Мотоцикл просто против броневика. Иди сюда, жопа, шли. Давай, смотри, еще прикольно. У него так плащ развивается. О, интересно, а можем второму сесть на моток? А ну-ка, стой, я попробую сесть. Ах ты, дерьмо. А в броневик можно сесть? О, я в броневике. Ребят, садитесь, места дофига. Давай, да, куча места еще. Давай, мы тебе верим, фисташка, ты сможешь его задавить. Попробуй его скинуть. Он меня не столкнет никак. Столкнет. Он может взять тебя хитростью. Да он там сейчас сам упадет. Не-не-не, он хочет тебя подловить. Давай, Фиса, скидывай это как. О, отлично. О, давай, тащи его. Он где-то там... Эй, ты хитрый жук, ты что делаешь? Так нечестно, это как-то... Даже в GTA 5 так нельзя делать. Кстати, этот мотоцикл из игры GTA 5. Как дрифтит, а? А как его поймать? Это как-то нечестно очень, но есть в этом смысл. Он сам упал. Ну что, давайте еще один раунд. 3, 2, 1. Выиграет сильнейший игрок. Опа, два танка против меня сразу. А я вообще нерушимый. А вот это вы, конечно, говном занимаетесь. И что теперь делать? За баг. Мой танк улетел. Прощай, танк. Ты был хорошим танком. Так быстро закончилось. Меня просто нафиг задавили. О, я буду в танке сидеть. Сережка, давай, я в тебя верю. Я за Сережка бегу. Я рядом. Ах ты, блин, не рядом.
А как ты так сидишь странно? Ты мне на крыле сидишь, а не в машине. Я тоже почему-то. Че это за баг? Да нормально, прикольно. Давай, давай. Дави, давай этого синего чертилу. На. Все, минус, минус машина заранее. Давай, давай, с шифтом, нажимай шифт, и ты сможешь. Да что за бог, опять танк улетел. Вакханалия какая-то у нас творится. Прикол в том, что просто видишь корпус машины, просто таким способом можно и выкидывать. А, у тебя какой-то баг есть, да, подъем какой-то невидимый. Видишь, да, подъем, подъем. А давай, давай, фисташка, покажи вещи. Ля как дрифтит, а? Ля крыса. О, Гош на дыбав стоит, видел у него машина? Давай. Я сейчас фитка сама упадет, мне кажется. Ух, а я видел, колеса проваливаются под крышу, а потом просчитывается, резко выкидывает его, да? Ну, может. Фиса взяла такую. Ух ты! Плоскую машину. Ну то умно. На такой машине даже танки скинула. Это что же не о чем-то говорит? Я двоих скинула! Кто же кого выиграет? Сейчас, если через минуту вы не выиграете, придет убийца, который всех скинет. Ну что, иди сюда. Ё-моё, вам конец. Фиса, иди сюда, я тебя скину. А ну ты иди сюда. Ах ты. О, я могу бомбу бросить, на, попей. Ух ты! Я теперь тебе свою бомбу продемонстрирую. Посмотри наверх. Давай. Я ее откинул! Ого, жахнуло! А, они не долетают, мои бомбы, что ли? В воздухе взрываются? Ну да. Да, сейчас, подожди. Эй, ты шо? Тебе что, помочь? Ух ты! Что-то одна активировалась, еще должно. Нет. О! Ух ты, Сережка, ты псих. Это меня чуть пока не сломал. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. Всем пока.